Добрый день, я вас приветствую на канале Будакан Харьков. И сегодня по просьбе наших подписчиков я расскажу о совсем малоизвестном чемпионе именно у нас, на наших русскоязычных просторах. И хотя этот кикбоксер является одним из кумиров чемпиона UFC Джорджа Сен-Пьера, о нем мало писали в русскоязычном интернете. Отчасти, наверное, потому что он не снимался в кино, как другие чемпионы того времени. Кстати, ссылка на плейлист о них здесь вверху в описании. Но как спортсмен и человек сделал он многое. Итак, сегодня мы поговорим о Жаке Иве Террио. Жан Ив Террио родился 15 января 1955 года в городе Пакетвиль, Нью-Браунсвик в Канаде. Он был пятым из шести сыновей. Террио начал обучение боевым искусствам в 1972 году в возрасте 17 лет. Он получил синий пояс в джиу-джитсу, прежде чем через несколько лет заинтересовался карате и кикбоксингом. Он выиграл свой первый турнир по кикбоксингу в 1976 году, после всего 6 месяцев тренировок под руководством Джона Терриана, который теперь имеет степень ханши по джиу-джитсу, и через 2,5 года стал чемпионом Канады по кикбоксингу в среднем весе. В 1980 году выиграл титул чемпиона мира в среднем весе в версии PKA. Он также выиграл титулы чемпиона мира в ассоциациях ISKA и PKC. Его называют «Ледяной человек». Прозвище, данное ему его противником Родни Батистом во время его первой защиты титула из-за его пугающего ледяного взгляда и хладнокровного поведения на ринге. У Террио есть ряд громких побед. На особое место там занимают 2 победы над будущим 4-кратным чемпионом К1 Эрнесто Хустом. Террио является автором книги по технике кикбоксинга и имеет серию видеороликов о спортивных единоборствах. После ухода на пенсию 1 декабря 1995 года Террио все еще тренируется 5 дней в неделю и преподает в своем зале по джиу-джитсу и кикбоксингу. Террио также стал промоутером мирового класса по кикбоксингу. С помощью его друга ханши Джона Терриана он дает молодым бойцам возможность показать себя в его же промоушене. Результаты поединков у Террио по правилам кикбоксинга. Всего он провел 76 боев, побед 69, нокаутом 61, проигрышей 6, нокаутом 3 и 1 ничья. В описании к этому видео я оставлю ссылку на перевод интервью, который дал Жан Ив Террио изданию Black Belt Magazine в 2005 году. Ну и на этом пока все. Не забывайте подписываться на наш канал, жмакайте колокольчик и жду комментариев, о ком еще сделать выпуск.